20 октября 2019 года. Начало тура Леонид энд Фрэнс. Попытка посмотреть Вашингтон обернулась полным провалом. Дождь, не высунуть носа из машины. Поэтому пришлось быстренько сбегать, посмотреть окрестности и довольствоваться обедом в машине. Но нюанс, вилки нету, поэтому обедать приходится ножом. Но несмотря на это, на все сложности и попытки их преодолеть, обедаем мы с красивым видом, что не может не радовать.